В лучших традициях Голливуда в кинотеатре «Киноплекс 7 Апорт» вдохновились известной аллеей славы и решили открыть свой памятный арт-объект. Здесь создали первую в Алматы звездную стену. Увековечили на ней снимки, отпечатки ладоней режиссера и актера Нуртаса Адамбая в день премьеры его новой комедии. На кинопразднике побывала наш корреспондент Александр Салмина. Играет живая музыка, гости в предвкушении. Они пришли на встречу с любимым актером и режиссером Нуртасом Адамбаем. В кинотеатре «Киноплекс 7 Апорт» открывают его звездную стену. А чуть позже алматинцы впервые увидят новый фильм «Аким». Здесь уверены, веселую комедию ждет успех, а просмотр зрителям точно запомнится. Реновацию сделали. У нас здесь 7 залов, 1117 мест. А он оснащен самым последним новейшим оборудованием. Плюс у нас здесь европейские компании «Евроситинг». Кинокресла, очень комфортные, эко-кожа. Ну а новая звездная стена – вишенка на торте. И такие арт-объекты станут традицией, компании обещают в кинотеатре. Живые снимки, яркие портреты героев и отпечатки ладоней Нуртаса. Каждый поспешил приложить к ним свою руку. Особенно радовались дети. После легкой беседы и селфи на память все на долгожданную премьеру. Кино должно быть разным, про разных людей, про разные профессии. В этот раз наш выбор пал на Акимов. История про молодого парня, да, который вырос в городских комфортных условиях, и волей судьбы ему пришлось очутиться в непривычных для него сложных условиях аула. Посмотреть новую комедию можно во всех кинотеатрах «Кинопарк» и «Киноплекс» 7 ноября. Александра Салмина, Валентин Лобанов, Хабар 24.